приветствую на своем канале. Возможно, для кого-то это долгожданный эфирно-масленичный обзор. Однажды в комментариях меня попросили сделать обзор моей коллекции эфирных масел. Ну и не только масел. Ну и вот спонтанно он так у меня немножко получается. Я все хотела почитать, вспомнить, что, зачем, почему, но все откладывала, и тут решила взять себя за жабры и все же записать. В общем, пожалуй, начну я вот масло Мироллы. Некоторые их ругают, но на самом деле, в принципе, большая часть Мироллы, именно масел ее, этой фирмы, они, в принципе, хорошие. Ну, покупала, естественно, в фикс-прайсе, у меня подписка на этот сайт, там у меня еще карта даже есть, не знаю, с какого года, когда они, наверное, только-только появились. Ну, учитывая, что я слоупок классический, то бишь тормоз, из танка вылезаю, и вот я узнала про тот магазин, по-моему, почти год спустя, как он появился. И вот увидела эту подписку, рассылку, и узнала, что там такие масла, и вот купила себе. Это я еще в прошлом году покупала. В общем, масло персика косметическое. Я это масло добавляла, точнее, делая на нем вот этот вот свой дезик один раз. А так, сейчас почитаем, что же на нем есть. Для ухода за кожей, волосами, ногтями и массажа оно подходит. Масло персиково увлажняет, восстанавливает упругость кожи, замедляет процесс образования морщинок, помогает в борьбе с целлюлитом, укрепляет ногти, способствует заживлению ран, повышает иммунитет кожи и эффективное средство для ухода за губами. Вообще, можно несколько капель добавлять, насколько я знаю, или, допустим, шампунь, или, ну, которым вы пользуетесь, или в какой-нибудь крем. У меня была подруга из Ростова-на-Дону, мы сейчас не общаемся, но уже давно довольно просто разошлись интересами. Она стабильно покупала какие-нибудь дешевые крема и вообще средства по уходу, и добавляла туда несколько капель какого-либо масла, эфирного или косметического. В общем, на таком масле можно сделать себе дезодорант. Допустим, на 50, 55, 60 мл базового масла, вот персикового, к примеру, можно взять несколько эфирных масел. Примерно 60, 20 и 10 или 30 капель. Я сейчас точно не вспомню, но если вам интересно, я могу дать ссылку на страничку свою, вот эту мыльно-травяную группу. Она довольно, в принципе, открыта, и там все это видно, и если что, даже по тегам можно понять, что где находится. В общем, к нему я вернусь, когда руки дойдут у меня до эфирных масел. Косметическое масло наружное, персиковое. Фиг знает, чем оно пахнет, откровенно говоря. Я не всегда их понимаю по запаху. Так, это у меня не то, что косметическое, ну, в смысле, конечно, косметическое, но тоже из коллекции, я же решила его, раз достала, то про него сказать. Это репейное масло с красным перцем. Я его использую как маску для волос, немножко, конечно, пощипывает, пожигает, но оно действительно улучшает рост волос, качество самих волос, и для жирных хорошо, и для окрашенных, и вообще, так сказать, мертвых волос, ну, те, которые устали. Вот тут написано, усиливает кровообращение вокруг волосяных луковиц. Это за счет красного перца. Мне однажды девочка подарила маску, кажется, на 8 марта, года 2 или 3 назад, русское поле, именно с красным перцем. И она вот, у меня очень хорошо от нее волосы подросли. Но тоже так пощипывала, и мне первое время даже казалось, что ой, намазала, сейчас облысею. Ну ничего, это, в общем, самое то. Как раз вот кровоподток к луковицам усилился. Укрепляет корни волос, стимулирует рост волос, насыщает корни волос витаминами. Останавливает выпадение волос. Вообще в детстве у меня, ну я не знаю, как у вас, у меня волосы жирные и тонкие, и бабушка с мамой мне стабильно втирали там какой-нибудь отвар этого репейника или репейное масло. Ну и я иногда пользуюсь сейчас вот им, или чистое покупаю, или вот такой вот гибрид. В общем, оно мне нравится. Я его использую исключительно как маску для волос, втираю в корни волос головы и минут на 20-30 одеваю утепляющий пакет или шапочку для душа. И потом можно, в принципе, еще советуется какой-нибудь теплой тканью поверх повязать. Полчаса держу, а потом смываю вместе с шампунем. Так, что у нас тут? Вот это, мне кажется, Аленка мне подарила. На какое-то из наших, не поменяшек, репейное масло с витаминами А и Е, тоже Мироллы. Ну, это в чистом виде то же самое, что вот до этого я сказала. Вообще, такое масло чаще я покупала в аптеке, но Мироллы мне, в принципе, нравится. Его я даже, кстати, это еще не открывала, это, можно сказать, из запасиков достала.
Так, это у меня остатки былой роскоши. Облепиховое масло. Косметическое наружное тоже Мирола. И вот оно сейчас у меня вот в последнем моем варианте дезодорантов в основе как базовое масло. Вот здесь оно находится. Ну, еще хочу сказать, это вот крем, допустим, есть гринмамовский с облепиховым маслом. Или экстрактом облепихи, чем-то там таким. Но вот он питает. У меня был такой крем для зимы, для сухой или нормальной, или даже любой вот типа кожи очень хорошо действует. И вот облепиховое масло действительно питает и смягчает кожу, как тут написано, также предохраняет ее от высыхания и шелушения, повышает упругость, эластичность кожи, осветляет веснушки, восстанавливает кожу, подверженную вследствие, поврежденную вследствие солнечных ожогов, применяется для профилактики появления углевой сыпи. Ну и вообще, сама по себе, кстати, тут в составе реально вот такие масла, что указаны, хотя отзывы в интернете двоякие, что там состав не пойми какой, но здесь реально облепиховое масло. Хотя я покупала как-то массажное масло, там была ромашка и что-то еще, там действительно в составе было не пойми что, не только масло. Вообще облепиха, она желчегонная, на себе тестировала. Однажды давно-давно, уже не знаю, может в 2009 или 2010 году, я как-то смешала 2 столовые ложки облепихи из компота самопального, самоварила, и пару чайных ложек зеленого чая заварила, соответственно, это все чаем, выпила пару чашек, у меня низкое-низкое такое давление стало, у меня там подружка как раз из Ростова на дом поругала, как так, ты вот тут экспериментируешь, сейчас вот хлопнешь ластами, ну, в смысле, помрешь, там скорую вызывай, то все. Да, все эти масла хранятся 3 года. Ну да, вот тут везде 3 года. И вот это все по 100 мл. В общем, облепиха, она желчегонная, она очень хорошо при болезнях всяких. Вот я второй год уже ее пью, делаю летом, точнее не летом, ну когда ее собираешь, в августе, в сентябре. Сейчас соображу, как я это называю. Ну, короче, заливаю водой просто ягоды сами. И вода, чтобы она, ну, может, на пол сантиметра, на миллиметр перекрывала эти ягоды. И ставлю на медленный огонь, жду, когда все это действие закипит, когда облепиховые ягоды пустят сок. Ну и потом заливаю бутылки, оно у меня стоит, в общем, у меня до сих пор стоит, уже года 3, наверное, 5-литровая бутыль вот этого месива. Меня познакомила с этим действием моя подруга, 78-летняя тетя Валя, которая вообще живет в Москве, культуролог, библиотекарь, вообще очень классная такая женщина. Но она приезжает летом у нас в одну из деревень, в соседнюю с моей дачей. В общем, облепиху вообще кладезь витаминов, облепиховое масло тем более, его делают и в принципе из косточек. У меня, конечно, это не получится самой сделать, это или надо кучу приспособлений непонятных, или еще что-то. Ну, можно тоже, я думаю, точно так же добавлять там в какой-нибудь шампунь, в крем, просто протирать ватным диском лицо, если вдруг. Была у меня еще одна знакомая, когда я с ней познакомилась, и приучила ее потом блин маме и подсадила на Ифраше. Я с ней познакомилась как раз в период, она делала такие, покупала всякие там фильтр-пакеты травяные в аптеке и заваривала их и протирала лицо. Ну, насчет облепихи не помню, но помню, что она ромашкой и липой стабильно притирала лицо вместо тоника. Так, это у нас тут два. Еще у меня две таких бутылочки. Миндальное масло. А, да, кстати, вот все эти масла я добавляла, как делаю я иногда, уже год, наверное, как начала делать. Ну, редко, конечно, делаю эти. Шипучую соль для ванн. Ну и, соответственно, мыло можно добавлять, тоже как базовое масло. Именно и шипучую соль для ванны я в основном добавляла именно вот миндальное, персиковое, еще какое-то у меня было. Вот это у меня миндальное масло, тоже Мирола. На нем у меня был, кажется, первый дезодорант мой, вот этот вот, в этом шарике. Так, что оно у нас делает? Питает, регенерирует, увлажняет нежную, склонную к раздражению кожу, способствует снятию покраснений и отечности, помогает в борьбе с целлюлитом, стимулирует рост волос, укрепляет и питает ресницы. Ну и еще я его добавляла вот в бальзам для губ самопальный и, соответственно, в воду для ногтей. Ну и, кажется, еще в крем для рук. Тоже все, что делала на кокосовом масле. Тут у меня уже совсем-совсем чуть-чуть осталось его. Вообще, в принципе, что в фиксе оно стоило, тогда я его покупала, кажется, по 48, что в аптеке оно примерно одинаково стоит. И фикс, не фикс, ругать, мне кажется, некоторые вещи в фиксе тоже очень достойные продаются. И намного дешевле, чем в других магазинах. Это касторовое масло. Тут у меня его больше всего.
Ну, поменьше, конечно, чем... Кто это у нас тут был? Персиковая? Да, поменьше, чем это, но тоже его пользовала. И оно хоть и касторка, ой. Оно тоже очень хорошее, увлажняет и питает кожу, замедляет процесс образования морщинок, эффективное средство для укрепления роста волос, ресниц, бровей. Применяется для удаления мозолей, правда, не применяла еще пока. На топтыши и на ногах ускоряет заживление ран, порезов и ссадин. Я его добавляла и в мыло, и в какие-то крема свои. Я думаю, им можно пользоваться даже просто вот этими всеми маслами косметическими. Просто как увлажняющий там масло после душа. Те же самые дорогие масла в Фраше или еще где-то. Только вот такое за 50 рублей. Сейчас, кажется, фикс прайс по 50, да, стоит. Ну и можно его использовать, я думаю, как и массажное масло, и как масло-увлажнитель после душа. Так, ну а теперь моя коллекция непосредственно эфирных масел. Тут у меня что-то на тот момент, когда просили, еще было, что-то появилось новое, что-то стоит, есть, не просит и не портится. Так, вообще-то у меня все вот в таком сундучке. Мне его тетушка привезла из какой-то своей туристической поездки. Довольно удобный. Много входит. Не все, конечно, помещается, но все же довольно много. В общем, если вы решили делать дезодорант, что у нас обладает дезодорирующим эффектом? Это мята. Эфирное масло мяты. Я думаю, что это мята перечная. Но вообще, если у вас мигрень, я вообще спасаюсь мятой. Хотя начинала это вот... Сейчас все-таки поговорю про мяту. В общем, если у вас где-то болит голова, чуть-чуть на пальчик, и потерли там, допустим, виски стабильно, обычно болят, да, и, в общем, эффект будет хороший. Просто голова пройдет. Ну, мята дезинфицирует, соответственно, и я ее и в мыло добавляла, и в шампуньки добавляла. В Green Mama есть гель для душа с мятой, не помню еще чем-то таким. Ну, в общем, очень классный. И летом вот гелем для душа с эффект с несколькими капельками эфирного масла мяты, это самое то, вот, если жару, просто спасает. В общем, мята у нас дезодорирует, извиняюсь. Так, что у нас еще? Можно... Так, это у меня еще одна мята, просто у нее крышечка, так сказать, отвалилась и потерялась. Ну, она у меня обычно стоит на шкафу наверху и воздух так чуть-чуть ароматизирует, потому что все равно чувствуется она. Это Ева. Это у нас тоже Мирола. Так. Шалфей. Его тоже можно добавлять в дезик, если вы решили его сварганить. Натуральное эфирное масло шалфея. Мята и шалфей, кажется, гель для душа был. Green Mama, и шалфей, еще что-то. И ежевика дикая, тоже был у них такой гель для душа. Еще шалфей, он заживляет мелкие ранки. Вот гель для душа и Green Mama-овский, шалфей и дикая ежевика, кажется, так называется. В общем, у меня в свое время очень мне помогало, особенно когда с кошкой пообщаешься, с какой-нибудь своей или чужой, и потом всякие такие шрамики мелкие остаются, то пару раз помылся душ под душиком геликом, и все прошло. Такс. Еще что у нас к этому делу относится? Розмарин то же самое, его можно применять в купе, вообще не все вместе, вот которые я назвала эти масла, они сочетаются все вместе, никому плохо от этого не будет, в смысле не вам, не тому, кто применяет, не тому, кто с кем это смешивается. И с мятой он сочетается, и розмарин, и шалфей, и вместе друг с другом не сочетается. В общем, розмарин тоже он дезодорирующим эффектом обладает. А еще желчегонным, если не масло, а именно его самого, добавлять, допустим, зеленый чай, лаванда и он. Или зеленый чай и просто розмарин. Или зеленый чай, розмарин, лаванда и бархатцы. Такие цветочки. Так, и для печени он тоже полезен. Еще в ту же серию дезодорирующих масел относится лаванда. Тоже можно там что-то заменить. Если, допустим, у кого-то аллергия на какое-то из тех масел, то можно одно из них заменить лавандой. Эффект будет тоже такой же, очень хороший. Ну, еще лаванда, соответственно, так же, как мята, успокаивает. Это у меня он тут есть свечечка. Сейчас ее попробую достать. В подсвечнике вот здесь от Green Mama на лавандовое. Правда, уже немножко поюзанная. И
Так же, как лаванда зеленым чаем, допустим, успокаивает или просто чисто